Що ж, до нашої студії завітав Сергій Палієнко, регіональний представник Національної федерації пауерліфтингу. Вітаємо вас в нашій студії. Добрий день. Вже багато Миколаївщини на спортивні події, на чемпіонати. Що цього разу анонсуємо? В этот раз ми хочемо представити зрителям, нашим спортсменам, відкритий чемпіонат Миколаївської області по пауерліфтингу, який пройде на базі клубу Gym Style 29 і 30 апреля. Будут представлены две дисциплины – это пауэрлифтинг и жим лежа. Угу. Хотелось бы детальнейше про эти дисциплины для тех телеглядачей, которые в этом еще не обізнані. Пожалуйста, значит, в пауэрлифтинге существует две дисциплины. Это пауэрлифтинг, который разделяется на классический, экипировочный, и, соответственно, жим лежа, который также подразделяется на классический и экипировочный. В протяжении 10 лет Национальная федерация пауэрлифтинга в Украине не была представлена в Николаевской области, но благодаря совместным усилиям в декабре прошлого года мы провели обратно же на базе Gym Style кубок Николаевской области, который собрал свыше 52 участников в категории пауэрлифтинг и в отдельном движении становая тяга было чуть больше 80 человек, то на этот раз хочется отметить, что количество участников в дисциплине пауэрлифтинг составляет практически 90 человек, подали, подтвердили свои заявки. То есть, как мы видим, линейный рост спортсменов, скажем так, заинтересовал за столь короткий период практически на 70%, имеем такой показатель. А кто участники? Это только жители нашей области, или, возможно, будут гости из других областей? Это представители, как вы правильно заметили, нашей области, город Очаков, город Первомайск. Также есть представители Херсонской области и Одесской, то есть ближайшие, так сказать, наши соседи. Участники проходили какой-то попередний отбор? Нет, вот как раз на нашем чемпионате области проходит отбор на чемпионат Украины. То есть, чтобы поехать на чемпионат Украины, необходимо на нашем чемпионате выполнить первый разряд, соответственно, получить допуск на чемпионат Украины. А вот участники еще проходят попередняя регистрация, могут долучиться до чемпионата? К сожалению, попередняя регистрация, как вы сказали, закончилась 8 апреля. Соответственно, все, кто не успел подать свои заявки, к сожалению, будут вынуждены присутствовать в качестве зрителя. Это необходимое требование регламента, законности и спортивного, скажем так, справедливости. Цього разу обійдуть одні старики, чи, можливо, будуть якісь новачки, які ще не показали себе на попередніх чемпіонатах, на попередніх змаганнях, і цього разу, можна сказати, навіть такі темні конячки. Ви совершенно правильно, ви, как будто читаєте мої мислі, тому що в категорії женщини действительно будет очень напряженная борьба, намного интереснее, чем у мужчин. Сразу 5 девушек претендуют на абсолютное первенство. Хочется отметить, что мы решили с помощью, скажем так, спонсоров, которых нашли, это магазин спортивного питания «Стронг», это помощь от Максима Бревда в его поиске компании Bodybuilding UA, наградить абсолютных победителей ценными призами и подарками, а также Николаевская федерация пауэрлифтинга наградит всех людей, которые выполнят разряд КМС и выше. Угу. А ось глядачі зможуть долучитися до чемпіонату і подивитися на це, дійсно, на цю подію? Да, вход безплатний 29-30 апреля з 9:00. Просим, приглашаем, приходите, поддержите своих спортсменов, своих знакомых, родственников. Окрім самих змагань, будут якісь видовища, якісь виступи, якими будете розважати глядачів? Ну, оставим ваші? Это на закуску і в качестве сюрприза. Тобто будуть сюрпризи. Да. Хотілося б дізнатися, чим ще будете веселити і глядачів, і учасників, що ще можна розказати, що не є частиною сюрпризу, але можете поділитися і тим самим зацікавити телеглядачів, щоб вони стали учасниками вашого чемпіонату. Ну, знаєте, самое интересное, что можно смотреть, это как идет спортивная борьба за каждые 2,5 килограмма. Вот я недавно упомянул категорию девушек, которые будут соревноваться за абсолютное первенство. Это, по-моему, если не ошибаюсь, 22 представительницы прекрасного пола в 4 весовых категориях. И у них уже на, скажем так, страницах соцсетях занялась такой мини-бой переписка, кто из них будет лучше, хотя еще чемпионат далеко не начался. А ось якісь фаворити вже є? Чи є, можна навіть так сказати, фаворити, які точно вже претендують на перше, друге, третє місце? А є люди, які просто беруть участь у чемпіонаті, але навіть вони вже не впевнені у своїй перемозі? Ну, основна боротьба серед дівчат в пауерліфтингу буде зосередоточена між представницями клубу «Пауерспорт». Це Анастасія Пташинська і Ірина Горна. Также им попробует составить конкуренцию, причем серьезную. Это представительница Файтхауса Астахова Александра. И у нас есть юная спортсменка с клуба «Титан» Виктория Друзяка. А как вы
правильно упомянули, темная лошадка, это спортсменка из города Первомайска. У нее довольно-таки был заявлен серьезный результат в жиме, который переплюнет практически всех в два раза. Но мы ничего не знаем о вторых движениях, приседаниях и становой тяге. Поэтому борьба будет обеспечена. А вот серед чоловіків, тому що про жінок сьогодні говоримо багато, хто із аутсайдерів, а хто дійсно виходить на вищий щабель зараз? Ну, скажем так, на вершине первенства находится пока что бывший абсолютный победитель, представитель города Черноморск. Это юный 21-летний спортсмен, которому на прошлый раз совсем не хватило чуть-чуть для звания мастера спорта из суммы 700 килограмм. Это Андрей Карабан, город Черноморск. А серьезную конкуренцию ему составит наш спортсмен, представитель клуба Power Sport Андрей Краковский. Но также молодые ребята, скажем так, им дышат в спину буквально там с разрывом 10-20 килограмм в сумме. Що ж, хотілося б тепер ще раз нагадати нашим телеглядачам, коли і куди їм варто прийти для того, щоб подивитися ваш чемпіонат. 29-30 апреля соревнования будут проходить в два дня, потому что общее количество участников, я забыл упомянуть, жим лежа. Там тоже заявлено 60 заявок спортсменов, поэтому общее количество участников составляет более 130 человек, поэтому приходится проводить соревнования. Да. Соответственно, 29-30 апреля, суббота-воскресенье, джим стайл, 9:00, просим. Що ж, дякуємо вам, нашим телеглядачам. Нагадуємо, що до студії «Нового дня» завітав Сергій Палієнко, регіональний представник Національної федерації пауерліфтингу. Бажаємо і вам, і учасникам дійсно наснаги, натхнення, щоб весь чемпіонат пройшов з успіхом.